На теннисной площадке Черкизовского парка появился Борис Николаевич, который будет следить за турниром. Четвертый турнир ЧПНТ Черкизовского парка настольный теннис. Его участники Гриша. Андрей будет только смотреть. Да. Султан. Усман. Сергей Столяров. Алексей. Представитель славной Некрасовки. Есть ракетка? Это будущее подрастающее поколение. Пока мы их не берем. Молодые, но борзые, дерзкие. Архан! Я. И Игорь. Сан Саныч, пути. Пути? Да, играем по-прежнему до двух побед из трех партий. Сами следим за правилами, за подачей. Устраивает, не устраивает подача соперника. Начали розыгрыш. Ветер дальше не учитывается, не влияет на результат. Если проблемы будут, обращайтесь, назначим вам судью. Итак, вперед!